нашла еще одну очередь, решила стать нее и посмотреть, послушать, что происходит и куда это все приведет. И молодые люди согласились мне рассказать немного об этом. So, why are we standing here and what's gonna happen next? Well, we heard there was a 1v1 tournament going on around here, and we decided we wanted to join up and kick asses. Yes! We heard CCNC joined up yesterday and won, so we wanted to kick his ass. Я нашла человека, который действительно разбирается в том, что здесь происходит. Давайте лучше он нам расскажет, почему мы здесь стоим. So, can you tell me why we stand here and what should we do to take part in the tournament? Okay, so it's basically a gamer launch. It's free for anyone who has a badge. It opens at 12 o'clock. It's open until 2 in the morning. So you don't really have to do anything. But if you want to reserve a computer, you can come here. Save a spot for whatever time you want to play. Every day at 7 p.m. we have a tournament. Today is 5v5, tomorrow is 5v5, and I don't know about Friday, but we have a tournament. There's a fee, and then you compete. You get a SteelSeries prize and money as well. Мы зашли вовнутрь, тут очень прохладно, и это уже большой плюс этого помещения. Очень интересный угол с аркадными автоматами. Я понятия не имею ничего об этих играх, потому что родилась гораздо позже, однако Пакмана мы знаем все очень, очень хорошо. Значит, попыталась я поиграть, ничего у меня не получилось, но тут можно не только пошпилить в доту на компьютерах, на ПК, но и поиграть вот такие олдскульные автоматы, что, наверное, поэтому многие скучают. Тут есть уголок SteelSeries, где вы ничего не можете купить, а только попробовать наушники и разную технику, а потом заказать ее онлайн. И если на 40 баксов вы закажете, то получите замечательный коврик, который продается в секрет-шопе вроде. Не знаю, что я здесь делаю, это какой-то файтинг, какая-то панелька, на которой можно управлять героями, понятия не имею, как это делать, но вон очень много людей в это играют и хорошо проводят время, завидую им. Слушайте, мне это место нравится все больше и больше. Мы нашли бар, нас туда не пустили, потому что у нас нет ID, которые подтверждают наш возраст. Однако то, что тут есть такая возможность и опция, это уже неплохо. А здесь вы можете полежать и посмотреть стрим хорошей компании также. Тут плохой не бывает, в принципе. Я не понимаю по-русски. Я продолжаю знакомить вас со всеми активностями, которые происходят здесь, возле Ки-арены или непосредственно в этом здании. Это была Red Bull LAN Zone, где вы можете прийти поиграть в разные компьютерные игры, даже выиграть всякие интересные штуки и даже поиграть в аркадные автоматы. Всем спасибо, подписывайтесь на YouTube-канал Dota SL TV, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!